Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Звезды первой величины сегодня выступают в Подмосковье. Это митинг-концерт. В таком ярком и дружелюбном формате состоялся форум «Единство народа», посвященный предстоящим выборам президента России. Организатор – партия «Единая Россия». Важно, чтобы молодежь нашей страны осознала, в какой великой стране, с какой великой историей она живет. Уникальное на сегодняшний момент государство с абсолютно суверенной политикой, с честной внешней и внутренней политикой. И, конечно, очень важно, чтобы мы чувствовали единство в ее реализации, потому что вызовы, которые стоят перед страной, огромные, и их успешность, их преодоление зависит именно от внутреннего единства. Поэтому очень приятно в таком зале почувствовать себя частью одной большой, дружной семьи и настоящей команды. Здесь все те, кто поддержит сегодняшний курс, нашу страну и нашего президента. И я уверен, что вот это вот единение и сплочение, которое мы сегодня здесь показываем, оно так необходимо нашей стране для дальнейшего развития и ее процветания. Собственно говоря, что мы сегодня видим, общество сплотилось вокруг национального лидера, и мы не боимся никаких вызовов, а смело их преодолеваем. И уверен, что это только начало одного большого, интересного и победоносного пути. Форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей. Здесь собрались 6 тысяч человек. Это люди самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди них герои России, участники спецоперации, врачи, учителя, общественные деятели, молодежь, спортсмены. Городской округ Пушкинский представляют депутаты Московской областной думы Михаил Ждан и Александр Легков. В Подмосковье строится огромное количество спортивных объектов. Они настолько все важны и интересны, и поэтому, конечно же, и реконструкции идут, и бассейны, и стадионы. И все это у нас, в нашем родном Подмосковье. В ходе форума состоялась минута молчания в память военнослужащих, которые погибли в ходе СВО. Во время митинга-концерта свою поддержку национальному лидеру выразили врачи, учителя, волонтеры.